Сергей блестяще проводит переговоры с китайцами и обеспечивает Васильку небывало выгодный контракт на поставку янтаря. Василек рассказывает Сергею, что отец Вари не Миша, но не говорит всей правды до конца. Доведенная до отчаяния пьянками Михаила, Маша предлагает ему развестись. Миша категорически отказывается давать жене развод. Сергей узнает о том, что Бойко заказал Машу и Костю Левшина. Михаил сообщает Васильку о своих подозрениях относительно Звягинцева.